О том, что Саратовская епархия получила права на участок земли в сквере имени Кривожихина заводского района для строительства храма, стало известно еще 4 года назад. С тех пор в городе и начались разногласия. На очередном митинге против строительства храма в зеленой зоне пришедшие раскололись на 3 фронта. Православные активисты считают, что в заводском недостаточно церквей и храмов, и порой даже негде помолиться за душу грешную. К тому же сквер, по их мнению, уже давно не благоустроен. Конечно, то, чтобы здесь храм стоял. Дава благодать присутствовала в этом районе, а не наркомания в этом садике. И если одна песочница, одна горка, и считается это детской площадкой, ну вы меня извините. Обратите внимание, все качели, карусели около дороги, чтобы проезжающие могли видеть, говорю на камеру, что делают для детей. А с духовной... церковь – это духовность, это нравственность. Это любовь. Но вы же видите, что мы не против. Это наша жизнь. От Бога не до порога. Посмотрите, как обострилась ситуация с ИГИЛом. Они набирают обороты только сегодня. Ну, замечательная передача была, да, о том, как школы у них работают. Там мощнейшая пропаганда и радикальный исламизм преподнесения. А у нас нет оружия никакого больше, кроме как построения храмов. Да, спасая деревья, можем потерять души. Жители заводского района, которые часто используют сквер для прогулок и отдыха с детьми, пытались защитить парковую зону как единственную на всю округу. У меня самой ребенок 12 лет, он с рождения здесь гуляет. Сюда выходим, здесь хотя бы есть свежий воздух, хоть глоток свежего воздуха. Но это же невозможно. Смотрите, а тут вот сейчас уже сказали, четверть парка даже не останется. Даже четверти парка не останется, если построят храм. Потому что сейчас там какие-то будут, кроме этого храма, еще какие-то будут хозяйственные постройки, вот они говорят. С другой стороны, вот я как считаю, вот если люди верующие, я считаю, что вот у нас есть вот буквально 2 остановки отсюда храм. На подстанции есть. 2 остановки храм стоит, у горзавода. Я вот здесь сама сажала. Сажала. Я просто видела, как вот раз и сломано. Я вообще недоумеваю, кому это нужно. Просто мы просим в другом месте, в простом, где, как говорится, ничего, чтобы не рушить то, что дорого людям. Коммунисты-организаторы митинга выступали не за, не против нового храма, а за поиск альтернативных площадок для строительства святилища. Кроме того, накал вокруг этой ситуации представители КПРФ считают провокацией со стороны власти, потому как этот скандал не раз утихал и начинался снова. Ради бога, давайте соберем этих жителей вместо. И вот как решат жители, только строго по паспортам, как положено, проживающим, так и будет. Нас явно сталкивают, откровенно сталкивают, вот прямо перед выборами. Все время это заводится, перед выборами это проблематика. А представители Русской Православной Церкви заявляют, что в районе других, таких же удобных и видных площадок для строительства просто не найти. Я знаю несколько пустырей в этом районе, где строить нельзя, потому что под ним идут теплотрассы. Администрация выделила участок, мы взялись. Все. Но четвертая приглашенная официальная сторона конфликта, городская власть, так и не явилась на мероприятие, посчитав это собрание провокацией коммунистов. На сегодняшний день известно, что разрешение городской администрации на строительство нового храма еще не выдано. При этом мэр города Олег Грищенко недавно заявил, что ни одно решение не будет принято в обход общественного мнения, но очевидцы уже замечают в сквере подозрительную активность. Валерий Павелко, Анатолий Милосердов, Открытый канал.